Друзья, всем привет! С вами веселый копатель. Выбрали сегодня на рыбалочку. Людей сидит много. Транспорта тоже много. С нами сегодня рыбак Михаил. Да. Вот, рыбак Николай тоже в кадре будет мелькать. Поздоровайтесь. Здравствуйте. Вот, сейчас мы будем выходить на лед, на наше место, где судак был. Ну как, на мормышечку. Вот, и дальше будем уже ловить как пойдет. Сегодня, может, в кадре будет еще один персонаж, но о нем вы узнаете чуть позже, если он же будет. Утро доброе. Все, рыбак. Поклевывает, не поклевывает? Держи одного. Я вот перед вами только три лунки сделал, уже все не видел. Ну а что, пусть там глубина? Пришел, он меня клюет. Вот, друзья. Вот, друзья, хотел менять уже луночку. Подошла первая плотвичка. Вон сидит Антон с канала Рыбалка Кстова. Тоже ловит с нами сегодня. А это у нас плотвичка хорошая подошла, поэтому я думаю, мы ее возьмем в размер приличненький. Так вот, друзья. Вот так вот, друзья. Не знаю, на видео заснял, не заснял. Вот такой вот подлещик клюнул. Я доволен. Рыбалка уже неплохая. Давайте будем продолжать ловить. Вот. Антон тоже начинает ловить. Леща, в общем, рыбак Николай вон у нас подошел. Тихонечку ловит. Как Михаил пришел посмотреть на улов. Время идет, подлещик у меня не особо клюет. Там рыбак Михаил сидит. Рыбалка потихонечку идет. Клёва, по крайней мере, у меня нет. Соседи более-менее вроде. Посмотрим, что будет дальше. Ну а, друзья, наша рыбалочка постепенно подходит к концу. Уже собираемся. Видео сегодня небольшое, но более-менее засняли поклёвочку подлещика. В общем, вон рыбак Михаил. Рыбак Михаил, что же нам вы скажете, как рыбалка? Плохо. Почему? Рыба сегодня не совсем активная, но более-менее. Может, конечно, мы с утра не ту луночку выбрали, но одного подлещика я хорошего взял, пару плотвичек, ёршики и рыбак Николаев. Мы собираемся потихонечку, сейчас поедем там. Ну, а с вами был, как всегда, я, веселый копатель. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем до новых встреч.